Thank you.
Так, не все файлы мода активны. В принципе, новую игру создавать здесь не надо. Но, вероятно, мод не совсем работает корректно. Ох, нифига тут врат. Давай-ка слетаем. У меня вещей немного, нет? Как работает некорректно именно? Ну, на самом деле, это вот по стандарту есть. Ничего особенного здесь нету. Но, походу, возможно, то, что и противников будет меньше. И со всем остальным тоже будет напряженка. Да. Походу, народ, так оно и есть. Сейчас посмотрим. Если будут мои любимые зарубы, тогда нормально.
получается, еще один уровень надо поднять. Я очень просто проверяю модов. Очков навыков у меня должно было быть здесь 10. Их 5. Это я проверял, мод работает или нет, кому интересно. Так, мне надо поставить какую-то хрень было. Так, давай макс энергию поставим. И чип, да? Так, 318. Странно, конечно, но пусть будет. Я-то могу и вручную эти все моды объединить, но пока я разницы особенной не вижу. Начнем с этого. Давай поставим, пусть будет регенерация у меня брони. Ага, мне нужна вот. Да ладно. Структура. Да, управление нужно качать. Ну ладно, вкачал структуру, да и фиг ты с ним. Не до этого. Нужно мод-то проверить. Так, ну вроде сложность пока нормальная. Противники есть. Угу. Да, кстати, надо включить, чтобы отображались предметы выпадаемые. Забываю все. Ой, что это такое вообще? Добывать астероид можно? Чего? Первый раз вижу. Вот такое, прикольно. О, энергию забирает. Работает. Я поздравляю Мада, его мод не работает с русификатором точно. Итак, что мы будем делать? Ну, для начала я предлагаю запустить ванильку, ради прикола посмотреть. Как думаешь? Давай запустим ванильку, посмотрим, как ванильки тут бои идут. Теперь давай посмотрим без модов, только с русификатором. Ну, как сказать, русификатор является модом, в принципе. Ай. Дядя, здравствуй.
Ну, все по старинке. Но одного слота, да, нету. В принципе, мод работал, вероятно, частично. Народ, я двух шагов сделать не успел. Здесь уже безумие и бред. Тихо ты. Немного пролетимся. Да, пошли. Я думаю, разница, народ, видна. Так, чтобы не было лишних вопросов, типа вот, надо было создавать новый сектор, еще раз запускаю с модом. Точно, я назову эту серию обзор мода этого, этих чудиков. Новый, случайно, окей. Так, сразу показываю. Вот, бонусы есть, все есть. Я понял, в чем дело. Я там посмотрел, файлы-то есть. В общем-то, ребята-халявщики. Играть не любят, проблем не любят, сложностей не любят. Конечно, врагов они здесь напихали достаточное количество, которое, правда, исчезает непонятно куда. Мину бросил. Вот почему я минами здесь не хочу пользоваться. А все равно пятюня, да? Скиллпоинты только подрихтовать, я думаю. Но мне уже нравится. Правда, везде ли оно так будет? Ну, в принципе, играбельно уже. Прям как я люблю. Много мяса, дополнительный слот. Правда, погоди, а почему первый раз не запустилось? Вот в чем вопрос. Вот это вот как-то странно, кстати. Блин, надо по файлам посмотреть.
Вообще-то странно все, слушай. Вроде и нормально, вроде что-то и не так. Где-то здесь спряталась какая-то хренотень. Появляются теперь нормально. Ну что ж за ботва-то у меня такая была? Любопытно. Так, у меня пока 5 очков. Сейчас я, короче, опять уйду на паузу. Надо проверить, почему тут 5 очков. А, я же, наверное, убрал. Так, кажется, я разобрался. Пошли, уровень поднимем. Сколько там тебе надо еще? До следующего. Вроде как увеличился, вроде как нет, черт его поймешь. Кого ждем? О, здорово! Обычный, воу. Неизвестный кто. Правда, здесь игру бы желательно новую начать, есть свои проблемы. Это интересно. А нет, 5 очков также. Так, значит, надо по-другому кое-что реорганизовать. Через G работают моды. Мягко сказать. То очень мягко. Опыта сколько надо? Ага. Это уже не работает. Кажется, в этом эти два мода не совсем-то с друг другом хорошо дружат и дышат. О.
Кстати, этот лазер давно, довольно-таки далеко бьет. Никто не находит. Тоже раздражает, да? Так, мне надо будет тогда, если начну новую игру, когда начну, всех кроме людей врагами сделать. Это правда чревато. Опять 5, да что ж такое-то? Не совсем въезжаю в эту тему. Один лимон, тактика, компьютеры. Так. Вроде управления. Да, следующий корабль при пяти. Так, все-таки я не понимаю, почему. Чего? Где желтое же что-то выпало? Очень редкий, но нифига себе. Мне, кстати, команда выпала интересная. Забавно. Да ладно тебе, так мгновенный. Погоди, это что-то другое падает. Да, ход делать что-то другое падает. Так, как же мне определить, почему так, а не так? Ладно, давай еще один уровень поднимем. Буду думать. Не должно быть такого, но вот такое есть. Кстати, можно... А, если без мода проверить. Да, называется задумался.
Не, ну убивает это, конечно, хорошо, просто я насчет другого думаю. Почему скиллпоинты тут 5 осталось? Для проверки мода я поставил 10. Должно было сработать. Очень странно, что не сработало. Двигаться-то будешь? И, наверное, все повреждено. Попробуем пошли отремонтировать. Денег вряд ли, конечно, хватит. Чтоб сомневался. Что-то где-то здесь не так. Сейчас еще один уровень надо поднять, просто да и все. Черный ящик, а вот и я. Давай минами поиграемся. Минами играться нехорошо, да? Они еще и по мне по жопе настучали. Так, ребят, мне вы нужны срочно. Просто один уровень прокачать, да и все. Чтобы понять, что за дела. Червоточине реально смотаться. В принципе, это не критично, но для меня это проверка мода. И пока проверку это не прошло. Так, что-то будет работать, что-то не будет работать. Даже, блин, не знаю. Немножко побольше будет видео. Подлиннее я сделаю, народ. А, все, уровень поднят. Опять 5, да? Пятюня нет. Мне это не канает. Дротом солнышко, короче. Просто лютый дурдом солнышко какой-то.
Я сейчас, конечно, поменял один параметр, но если он считывает этот файл, вот самый первый, это, мягко сказать, странно. Привет, это торгаш. Такое впечатление создается, что игра считывает не все. К примеру, по скиллам она что-то считала, здесь она не считала. Но это грубо и печально, точнее, тоскливо и печально. Если это так и есть. Но если она считывает первые файлы, а не последние... Я вообще не понимаю, какие файлы она считывает. Смех смехом. Очень странно, слушай, это все. Ладно, будем разбираться. Ладно, там я пока закончу. Вроде мод работает нормально, вроде нет. Я сейчас еще потещу. Проверю с модом, проверю без мода. Смотрю. Ну а вот насчет скиллпоинтов я что-то не въезжаю. Очень сильно так 15, 15, 15, 20, да? Угу. Пятнадцать, двадцать. Ну все по старинке, в принципе. 21.5. Не совсем понимаю кое-что.